Праздник книголюбов отмечается с 2012 года. В этот день принято дарить книги в первую очередь детям. Анапская центральная библиотека присоединилась к доброй акции. Однако, по словам библиотекарей, день дарения книг здесь проходит чуть ли не каждый день. Ежегодная акция «Хорошие книги в добрые руки» превратилась в постоянно действующую. И вот здесь на столах в нашем отделе собрана литература, которая принадлежит читателям и жителям нашего города. Здесь собрание сочинений иностранной литературы, классики и современники. И вот эта стопочка книг, она уйдет в район. Она собрана именно благодаря вам, уважаемые наши читатели. Имена и фамилии дарителей размещены на сайте библиотеки. В знак благодарности читателям за доброе дело и желание подарить своим книгам вторую жизнь.